Доброго времени суток, уважаемые зрители, с вами Посейдон. И мы возвращаемся на миссию «Неприкасаемы», где мы будем устранять нашу константу на бесшумно убийца только костюм. Мы начинаем в лаборатории. Итак, начнем. Как только мы начинаем миссию, мы оглушаем вот этого доктора. Прячем его в шкаф. Берем здесь карточку и проводим ее. Проходим мимо этих двух людей. Заходим сюда и включаем код. Если что, код находится на стене. Слева от вас. Берем здесь одноразовый лом и открываем дверь. Идем в сторону первого вагона. По дороге здесь оглушаем вот этого солдата. Нам надо его пистолет. Заходим сюда и берем винт в конце. Вставляем его сюда и вкрутим. Идем дальше. Заходим в этот вагон и сразу в окно. Справа. Заходим в вагон и через окна. Вас не должны здесь заметить. Идем дальше. Здесь есть охранник. Нам надо дождаться, пока будет к нам спиной. Открываем здесь дверь, проходим и закрываем. Продолжаем дальше идти. Здесь мы готовим пистолет с глушителем. Дожидаемся, пока вот этот охранник, который смотрит в окно, отойдет. Нам нужно выйти через это окно. Будьте осторожны, он то и дело идет туда-сюда. Здесь поднимаемся. И бежим до самого конца. Спускаемся через правый вход.
Пролезаем в барную стойку. И проходим мимо. Осторожно, чтобы они вас не заметили. Заходим сюда и снова проходим через окна. Вот в это купе. Тут я советую вам записаться. Потому что здесь есть охранник, который может вас уже спалить. Как раз вот этот. Поднимаемся наверх. И продолжаем идти через верх. Спускаемся через правый. Через левый. Поднимаемся наверх. Подбираем здесь фьюз, отвертку. И оглушаем вот этого охранника. Здесь я советую уже второй раз записаться. Мы дожидаемся, пока вот охранник, солдат справа отойдет. И нам надо снова, чтобы он... Чтобы была такая ситуация, что вот эти два охранника, солдата стоят рядом. А вот этот будет смотреть в сторону заднего вагона. Этот подошел, и тот ушел, тот идет смотреть. Дожидаемся чуть-чуть, чтобы у них начался диалог. И мы смотрим на вот этого охранника. Нам нужно, чтобы он смотрел нам спиной. Соответственно, его оглушаем. И прячем. Заходим сюда и за эту коробку. Мы дожидаемся, пока вот этот солдат, что салют делает своему командиру, выйдет из вагона. Как только он выйдет, мы его командира оглушаем. Соответственно, прячем. Идем дальше. Здесь быстро фьюз включаем. И бежим вперед, пока они ослеплены. Здесь второе место, где я советую... Третье место, где я советую записаться для того, чтобы пройти. Мы дожидаемся, пока вот этот охранник, что он проходит по этому вагону, снова будет к нам спиной. Заходим вот в это купе. Закрываем дверь. Нам надо теперь, чтобы он смотрел за поездом. Вот как раз он прошел, и идем дальше.
Здесь мы идем и ломаем здесь. Бутыль с водой. Идет как раз тот охранник проверить эту воду. Как только он повернется, мы бежим в сторону следующего вагона. Остался последний вагон. Здесь берем, стреляем в ногу этой женщины. Как раз проходит мимо вот этот сотрудник, и мы стреляем вот в эту стену. И мы как раз прошли проход. Отдергиваем вот все вагоны. И мы остаемся одни с Константой. There's any point calling for help? No. Seems I brought this on myself. Well played, Miss Burnwood. Do you really think she'll be able to resist all that power? This is not how people work. She rejects the power, not the responsibility. A noble idea. But please join me in the real world. I trust you already know what this is. Why not simply take it? Embrace who you were always meant to be. No, never again. Well, I had to try. Go on then. Do your thing. At least I die knowing who I am. В этот раз мы будем устранять его. Потому что в предыдущем видео я показывал, что его можно и потратить память. Всем спасибо за просмотр. Это было бесшумно убийца только костюма. Всем удачи. И я не прощаюсь.